Симпатичная. Блин, такая няш. О, господи, а почему все такое? Какое-то странное. Я вижу какую-то полосу, которая идет со мной вдоль мира. Что за игра? Elder Scrolls Online. А есть тут вид от третьего лица или нет? Но на некоторых серверах вроде бы есть, но тут что-то нету. Вроде как. Я нашел лошадь. Возможно, я сейчас на лошади прискочу, как Артур Морган практически. Блять. Я не знаю, ребят, это первая моя лошадь, поэтому... Возможно, так не должно быть. Что, Дундук, ты готов разъебать АМЛУ? Я думал, мы с ним будем играть Нет, вместе с нет, нет, друзьями. нет. Все, мы стак набрали уже. Это ты, Тимофей, Крабик и Калай, короче. Больше мы никого не берем. Потому что это нечестно будет. Нас так уже 5 человек. Я, если что, играю роль короля. Король говна. Не знаю, блядь. Вау! Я завис просто. И, короче, ну, типа, вы просто построите мне дом, я буду в нем сидеть и в окно буду оскорблять людей. А будешь на этой, как он, музыкальном инструменте каком-нибудь играть? Да, если вы мне дадите банджо, я буду на нем брянькать, но Кайф. все остальное время я буду аниме смотреть и читать донаты, а вы как бы будете выигрывать ради меня, будете Аймлула там попускать всех остальных. Дундук, ты же играл в эту игру, да? Очень давно в раз играл, Ты, в но принципе, теоретически хотя бы можешь построить мне дворец с комнатой грязи и Но там аквадискотекой? вообще в расте там все из грязи Хорошо, будет. хорошо. Блин, а пацаны, а в Расте всегда лошадь так себя ведет? Это нормально вообще? Серф слабый, обычно такое только когда фулл серф. Чувак, который поднял серф, сделай серф сильным, пожалуйста. Ты обещал, что он будет сильным. А он слабый, видишь, лошадь лагает. Блин, Блин, у именно меня входит. вообще скоро еда, пан. У тебя есть какое-нибудь оружие? Да, у меня есть лопата. Иди Ты хочешь сюда. Не, кого-нибудь подожди. Смотри, вот там какой-то Яугай стоит, забей его лопатой, пожалуйста. С него мясо дропнется, и мы как бы это. Иди, забей его лопатой. Давай. убить? Ой, блядь! Он же здесь. Да нормально, нормально. Бля, но он движется в 3 FPS. Ну и какая разница, те же лучше, значит, он лагает. Блять! Нет! Давай. Не, Да я он... это очень. Он просто разворачивается Ну и и дай ему ложится. еще раз по щам и отбегай. Нормально. Блять, так. Не... Это плохо. Куда ты ее Это убрал? плохо. Давай. Сейчас. Да, бля, ты что, попасть? Нет! Он в нем в ноге. Ой-ой, ой-ой, он взбесился. Он лопату спиздил. Верни лопату, мразь, блядь. Подожди. Ой. Икра из Ну-ка, у медвежьей шкуры, что? тебя никнейм какой-то странный в В игре. смысле? Иероглифы какие-то Нет. непонятные. У тебя написано Найджел. А, окей. это Найджел, ладно, окей. Не, если что, я там как-то не пытался никнейм менять, я не знаю, Я какой просто никнейм, тоже. Ну да, наверное, это надеюсь, просто да. английское имя Найджел. Был такой вратарь Найджел Мартин, я помню. Но Понял. ты поменял его на всякий случай. Надо кому-нибудь Темнеет, собрать. пацаны. Я вам подсвечу. Спасибо. Работайте, Найджел и Брэндон. Так, все. Я вот много ягод нахожу, может. Жесть, Тащи дедука. все ягоды, тащи. Королева хочет кушать. У меня 45 еды. Кстати, а можно тут как-то У меня засейвиться, типа 40. кровать как-нибудь построить? Да, нужна ткань. Это нужно кусты конопли собирать. Так, я нашел гриб. Надо похавать. Я не знаю, что это за гриб, но я его съем. Или это где? Я еду нашел, идите сюда быстрее, тут мясо. Тащи домой, в костре приготовим. Сейчас. Еще я несу мясо. Там как раз 3 куска будет, мы все по одному съедим. Почтим память боцика, так сказать. Ткани. О, ты чё? Нифига себе. Склонись передо мной. Перед своей королевой. Это... Can you quack like a duck when you suck? А, да, Захаву? Подожди, Илья, это слева самое, от я нас поменьше какая-то голая поставлю. женщина бежит. Я забываю все Ты кто? Своя. Где она? Она ниже, где-то в Иди деревьях. сюда, иди О. сюда, Иди сюда, мы тебя накормим. Доставайте оружие. Накормим. Да ты там, ты там в чат говоришь. Вот тут вот, где я, видите, прыгаю с факелом. Он бежит на меня, блядь! Это Но надо я веду его к вам. Давайте.
Можешь кто-нибудь факел врубить, чтобы со скрипом? А! Да вы что, охерели, что ли? Я кузнечика играю, вы тут... Че устроили-то, блядь? Задавлю. Какой дурачок его привел? Ёбаный, блядь, бобаный. Давай-давай, рубим, я топором работаю. Одно хп. Я посвящен. Все, 38. А! Топор у него, на. Топор медведя? Вы с кем-то воюете? Все нормально. Да вот это моргает. Блять, он стреляет. Блять, ёпта! Это боевой. Не-не-не-не-не-не-не, за что в этой игре, блять, босс вертолет? Сыкуны убегают на лошадях, я видел. Блять! Ай-яй-яй! Он на сыкуна с конем. Да, он хуярит крабика, который на гору под. Уводи его от нас. Столько лута, найс, конец. Так, пацаны, я, короче, в Чернобыль пришел. Желайте мне удачи. Бля, не могу к космодрому приближаться, потому что у меня сразу же радиация нереальная. Ну, уходи, поставь. It was at this moment that he knew. He fucked up. Блядь! Прошу прощения, нет, танк, блядь. Я свидел. Этом самом на космодроме. Бля, там костюм химзащиты остался. Гитару заберите. Чат, почему никто не сказал, что там танк просто нахуй стоит посреди базы? Ребята, у нас есть какой-то лор у нашей пачки? У нас есть что-нибудь? Нет. Не нужен лор. Мы просто достойные люди. Честной судьбы? Да. Я, походу, нашел твоего коня, крабик. Да не, моего коня убило сразу. Но он мертвый лежит. Он жив, конь, да. Крабик. Был уже лист. Нет. Так, все, вот это королевское место. Сюда вообще никто не имеет права заходить и ставить свои спальники отдельно. Я считаю, это планировалось как комната для грязи. Все, это мой. Еще тут что-то... наверху но лут, паркур, классный конечно. Лут, но надо паркурить. Все, больше ни слова. Ямакаси. Увидимся. Смотри, где я. Смотри, Тимофей. Че, как ты не видишь? Блять, тут радиация есть, я что-то не искал, Дундук. Блин, ну тут вообще не бездевая радиация, я тут так-то высоко залез. Я на самом верху этого, бля, ебаного шара. Блять, тут такое отравление жесткое. Я какой-то микрофон нашел, корпус винтовки, блин. Толку-то от него. Да я ради этого такое, блядь, расстояние преодолел, это пиздец. Вот кто сейчас бегает, этот зеленый? Надо рисковать. Да. Блять, пацаны, я, по-моему, скончался. Блин, а мне шоколадки были. Аймлу, ну это ГГ, блять, он пришел наказывать тебя. Он просто на твоем лице прыгает. Мне кажется, он даже не отстраивался, он просто знает, где еще лежит, просто пошел. Он дал мне штаны. Чтобы спасибо, Михаил. Да, он достал огнемет. Чего ты? Зачем ты это делаешь-то? Ну прекрати! Не, может, наберем все-таки Аймлула и это, и... Ну она обозлится, будем... скорее всего. Смотри, я в нее вообще веслом хуйну. Давай. Блять. Он забрал весло. Я съебываю. Сами с ним разбирайтесь, наверное, нахуй. Да он издевается. Да блин, у меня что-то бег перестал работать, я не понимаю. Он, видимо, год уже. А, это из-за того, что он на меня какие-то каменные штаны натянул, они какие-то... Ага, понял, да. Чтоб ты далеко не ушел. Это пояс верности, может, такой? Бля, уйди, не унижай меня. Не унижай меня. Я заебал. Забери свои штаны, блядь, свой пояс верности. Ау, блядь, не кидайся. Блядь. Не фартануло. Я ухожу. Вы как хотите, ребят, но вы сами с ним. План был в том, что ты должен был умереть, но... У нас больше нет шансов против Аймлу. Не, там еще все долго будет делаться. Да, он тебя не добил, он у нашего дома. Да ладно, спать я тут заберу у меня. Отдай кому-нибудь другому, спокойной ночи. Я пойду жопу зашивать. Отвлекайте его, отвлекайте. Да он... Блять, он просто хату разъебал, блять. Он горит, и весь шкаф все. Блюдок. Надо днище пробил нашему дому. У тебя в заднице стрела торчит. Меня? Да. Блять, в натуре. Я вынул.
Держи, может, у тебя лук есть. На-на, возьми вот этот вот. А, блядь, как тут классно. Ебать. Ты, кстати, хуя бы его вверх ногами. Я спать буду, что ли, сосаться с этим медведом? Мы летим или что-нибудь? Как управлять? Что происходит? А ты же взлетаешь? Блядь, пацаны. Так, по мне, блядь, ракетами ебашут с завода какого-то. Да-да-да, я вижу там. А, я слышу, думаю. Как мне сесть, блядь, садись нахуй. Ебать их там. А! Блядь, 3 хп, на меня еще говно это падает. Ёб твою. Прощай. Спальный мешок скинул, Калай. Вот. Калай, поближе ко мне можешь, я разрешаю тебя сюда поставить. Грязный момент. Стену потом сломаем, я расширю спальню. Угу. Так, о! О! Хорошо. Короче, проблема. Мы не могли дома оставить. Ну да, вот именно. Дундук, как я выгляжу, скажи? Выйди. Да. А тебе удобно сидеть так вообще? А что такое? Да. Замечательно. А вид-то какой? В общем, они поселились вокруг раньше, походу, и надо, чтобы кто-то еще пришел помог. Спасибо, 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 да. А, да, так ты не нам, да, а да, нам. Да, да, да. Вам сыграть Country Roads, Бандук? А, да, да, можно. Давай, давай, сейчас. Я, в принципе, и так слышу это замечательное бренчание. Бренчание? Вы так называете мое творчество? Ну, в смысле, великолепнейшую гитару. Все, свободен. Иди замечательно. Строй. Зачем браво. Ты дрын достал? Иди отсюда. Дом. Да, вон они бегают. Хуярить. Что, погнали? Добить выживших. Блять, тут стрелять надо уметь. Куда обстрелялся? Тут на самом деле реально в конце. Подожди, вообще. Блин, дробовик. Близко не подходите. Он за этим камнем. Дверь! Дверь, блядь! Закройте дверь! Возьмите! Приготовьте ковши, готовьте! Соткнись. Блядь, как же дымно. Так они подожгли хату, чтобы... Так, он внутри там сидит. Мы на переговоры! Блин, жалко мы гранат с тобой не закупили в этом городе. Кто там? Кто там? Кого там? Не стреляйте! Чуть-чуть. Я безоружный! Говорит, что... Да вылезай уже! Под турелями. Я еще два слота есть. Вылезайте! Говорит, по одному выходите! Выходите по одному, вас пощадим! Закройте за мной сразу. Закройте. Так, тихо, тихо всем, тихо! Крабик, подходи сюда, я их наебу, тихо. Ты их сверху снимешь. Выходите! Тихо! С вами говорит подполковник Байко, что вы хотите? Он сумасшедший, он ёбнутый. Выходите, мы это хотим играть вместе, мы мирны. Мирный. Это преступник. Калай, тащи гранаты, Калай. Тащи гранат по 8 рублей. Слушайте, господа! У вас нет шансов, не тяните время. Нормальное приложение. Выдавайте Арину ГП. Давай, РПГ, Жора. Да, мы отдаем вам Арину ГП. Да, мы отдаем женщину, хорошо. На 3 дня. Да. Говорит подполковник Байко, какие смотри, у вас требования? Сверху. Дверь открывай. Какие у вас дверь требования? Открывай, что ты там забаррикадировался? Открывай. Мы можем с вами поговорить и через стену. Да, сейчас она сломается, нормально. Блин, это не ломается. Нас же срубят, парни. Пулемет, ставь пулемет. Плентед, ставь пулемет. Так, турель, да, работаем, турель, ждаем. Короче, пацаны, слушайте меня.
Выбегаем все в рассыпную просто. Возьмите сколько можете и убегаем. Блять, я думал, вы шашку проебал. Ребята, а что у вас там такая тесная вечеринка-то мужская? Открывайте. Я вас не звал, идите нахуй. Нет. Ладно, все, уходим, да, пошли. Ребят, мы привезли. Нет, они не уйдут, тихо. Уходим. Тихо, давайте. Все, крабик, пошли, они жалкие. Я еще раз предлагаю. Лучший боец. Слушай, а может реально уйдем, они как сумасшедшие будут говорить с дверью, блядь. Ломает эту хуйня? Хватит ломать, вы должны образумиться, мы только... Блин, у меня где-то ХП бар показывает, но я не понимаю, чё. Мы не сдадимся, не сдастся наш гордый варяг вам. Ребят, ну хватит, ну выходи. Бля, ребят, пожалуйста. Давайте, нам нечем сломать, мы сейчас уйдем просто, если вы не откроете. Тикайте, звица, тикайте на. Так, ладно, все, пацаны, уходим. Они открыли! Закрывай! Держите дверь, держите. Нет! Стойте, не стреляйте! Сать! Ломайте им все, сука! Куча глышей каких-то. Вон, бинтов нужны. Ебать, я аквадискотеку нашел в натуре. Они что, ее реально строили, что ли? Что за бред, нахуй? Там что-то было на баге вроде. Ладно, давай полетим на датковую дискотеку, я просто скину гранаты на нее тупо, блять. Только сядь сначала, передай мне гранат. Только прям под вертолет не вставай. Угу. Нормально, без макс. Ёб твою мать, ты его сломал, братан. Не. Значит, вот пятерик, блядь. Давай. Не знаю, как они работают, правда, но ладно. Поехали. Блять, так не... Куда она улетела? Взлетай ты, блядь! Блядь! Да я ебу, блядь! Я ПКМ нажал, а она там чеку выдернула. А как ее выкинуть, я вообще понятия не имею. Так нахуй ты её кинул под вертолет? Да, блядь, я ЛКМ после этого нажал, я думал, она выкинется. Бля, надо было взлетать. Пиздец, бля, надо возвращаться. Блять. Да ебаный в рот, надо было сначала потестить, бля, куда. Ай, бля, а в каком квадрате? Да, Дудук, где смотреть? Я уже у трупов, все нормально. Нормально, окей. А ты унесешь? Ты про костюм? Себя разлутаю, украбишь. Ты сказал то, что он его забыл. Пушка в большом, я. Тут какой-то подсук лежит, сука. С патронами. В смысле, подсук? Я не знаю, тут чел какой-то. Вот в том. Тебе скинуть? Он проснулся! Давай. Ебаш! Но он говорит, не стреляйте. Спасибо. А, прошу прощения, не буду. Извините. Я это... А что там за дискотека? Дон-дон. Короче, на горе... На горе вот эта вот тема, вот... Или я возьми пушку, короче. У меня есть. А, нет. Блять, какой водяной ружье, честно говоря. Я хочу гранаты покидать сверху на эту аквадискотеку. Блять, зачем ты меня поссал? Самое сложное будет сесть. Если мы будем близко, где... Не-не-не, ты подвисни прямо над бассейном. Если я увижу, что они там бегают, я начну гранаты метать вниз. А там бассейн? Да. На бассейн, блядь? Да. Я нихуя не вижу, братан. У меня есть, Где-то место трогает. Меня... Да я нихуя не вижу, ты в каких-то, блять, соснах. Я вообще не знаю, как ты летишь, ты просто дерево въебался только что. Ну, крабик, а что было? Блять. Я жду, что... Утрашка, где ты? Вот камень. Так, где трубка-то вообще? Ну, блин, пошел. Я нихера не вижу, блять. Посвети, пожалуйста, я тебя умоляю. У меня ноль просто вижу. Так подойди ко мне. Что вы там делаете? А ты где? Ну, где-то, блять. Я ебу, ты же... Я же с фонарем был. Ну вроде все забрал, да? Больше ничего не надо там с него. Не, вот я еще гранат. Блять, меня разъебал тот. Он сверху там спустился. Забей. С пушками. Тут уже я нихуя не вижу. Не убивай, брат! Не убивай, пожалуйста. Надо было сверху постоять.